Всем мое почтение, друзья. И вот буквально всплыла новость 8 ноября 2022 года, что Михаил Саакашвили, да-да, именно, по сути, персонаж, о котором мы уже в Украине забыли, болен деменцией и туберкулезом, сообщил адвокат Саакашвили. Мое мнение, что Саакашвили конкретно подставили, пообещал ему гарантии поддержки, и сам он понадеялся на так называемый народ, который его поддержит. А по сути, я считаю, что мировые элиты, которым он подчинялся, которые им руководили, попросту слили. По сути, вот если между нами, его уход из жизни выгоден тем, кто его курировал. Я лично считаю, что все это началось, особенно после того, как он расстался со своей женой, которая, я считаю, что его курировала, была представлена ему Западом. А по сути, его сливают, и его уход из жизни выгоден тем, кто его продвигал. Это мое мнение. А по-человечески очень жалко Михаила Саакашвили. Сливают его по-трупному.